субботу в Самарской области ожидается жаркая погода без осадков. Днем 28-31 выше 0, ночью плюс 22, плюс 24 градуса. Ветер северо-западный, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани ясно. Днем плюс 31 градус, ночью 24, выше 0. Северо-западный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти безоблачно, днем плюс 29, ночью плюс 23 градуса, ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Самаре ясное небо, днем плюс 28 градусов, ночью 22 с плюсом, северо-западный ветер 4 метра в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 40%, температура воды в реке Волга 22-23 градуса, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.